подписчики моего канала. Сегодня я хочу вам показать вот такого классного Деда Мороза, которого я приобрела. Он чисто белый, пластмассовый, собственно, почти в идеальном состоянии, можно так сказать. Он практически новый, особо не убитый, не поцарапанный, хороший Дед Мороз. И еще я хотела показать мою новую коллекцию игрушек, которые я приобрела. Вот такой вот Емеля с щукой. Очень классный крокодил с гармошкой. У меня такой желтый, но он немножко другого исполнения. Вот такой классный ежик с фартуком, с авоськой. Такой клевый. И вот такой барашек. У меня таких игрушек не было в коллекции. И вот они у меня появились. И посмотрите, какая красота. Какая красивая девочка, кукурузка. Вот такая замечательная. Вот такая вот небольшая коллекция игрушек пополнилась в мою коллекцию елочных игрушек. Всех с наступающим Новым годом. Всех люблю, целую. Пока-пока.